В минувшие выходные бильярдной жизни нашей республики произошло историческое событие. Так сами мастера Кии назвали первый этап Кубка Приволжского федерального округа, состоявшийся в Саранске. В турнире приняло участие более 50 спортсменов из 8 регионов Приволжья, среди которых победители Кубка ПФО, чемпионы своих регионов, участники чемпионата России по бильярду. Самым титулованным спортсменом стал мастер спорта международного класса, чемпион мира 2016 года по бильярду в парном зачете Эльдар Вахитов. Основных здесь нету. Есть много сильных, но основные почему-то не приехали. А уровень в целом высокий. Кубок ПФО по бильярду – рейтинговые соревнования, которые проводятся в Поволжье уже в третий раз. В 2016-м он состоял из 10 этапов. В прошлом году включал в себя 11 этапов, в которых приняли участие в общей сложности почти 400 спортсменов. На этот раз Кубок Приволжского федерального округа состоит из 9 этапов, первый из которых стал открытием нового бильярдного сезона. Соревнования в Саранске проходят в дисциплине русского бильярда «Комбинированная пирамида». Задача этой турнирной серии – именно возродить спортивный русский бильярд, потому что сейчас в регионах при самостоятельной работе не всегда удается сохранить именно спортивную направленность. Где-то массовость присутствует, любительский спорт, а вот любительское направление, а вот именно спортивное, оно зарождается вот в таких мероприятиях с участием сильнейших спортсменов региона. Представители Приволжского федерального округа занимают ведущие позиции на всероссийской бильярдной арене. Во многом это заслуга Кубка ПФО, который дает спортсменам регулярную игровую практику. Саранские мастера Кии, в отличие от представителей других регионов, реже выезжают на крупные старты, поэтому пока не могут вмешаться в борьбу за ведущие позиции в рейтинге. На первом этапе Кубка представители 13-го региона записали себе в актив попадание в топ-16 игроков. Отличились Артем Саттаров, Владимир Куликов и Вадим Пешев. А медали разыграли между собой представители Нижегородской, Ульяновской областей, Республик Мари-Эл, Татарстан и Чувашия. Особый интерес вызвала встреча, в которой мастер спорта международного класса Эльдар Вахитов, проигрывая со счетом 0-3 нижегородцу Владимиру Ильину, сумел сначала отыграть 3 партии, а затем в решающей контровой склонил чашу весов в свою пользу и вышел в финал. Пару в решающем поединке ему составил чемпион Республики Мари-Эл по бильярду Андрей Симонов, который довольно быстро разобрался со своим соперником Александром Юдиным из Ульяновска. Играл один раз, проиграл в прошлом году, также на первом этапе, по-моему. Спортсмен сильный, все-таки мастер спорта. В финале спортсмен играет до 4 побед. Первую партию довольно легко выиграл Эльдар Вахитов, забив 8 шаров с Кия. Во втором поединке Андрею Симонову удалось отыграться. Затем соперники выиграли еще по одной партии, после чего за бильярдным столом солировал уже Эльдар Вахитов. Взяв 2 партии подряд, мастер спорта международного класса из Татарстана стал победителем первого этапа Кубка ПФО по русскому бильярду. Вторая стадия соревнований стартует через месяц. На этот раз соревнования доверено принять Ижевску. Анастасия Мишкина, Григорий Денисов. Наши новости.